криминального авторитета Мурада Амаяна, более известного как Мраз Мытищинский, задержали силовики в Подмосковье. Он находился в международном розыске и был одним из приближенных к вору в законе деду Хасану. Известно, что Амаяна разыскивали в Армении по подозрению в похищении людей и вымогательстве. В подмосковных Мытищах, по данным оперативников, он руководил ОПГ, которая держала в страхе местных бизнесменов. Кроме того, люди Амаяна действовали в Краснодарском крае и на Украине. Как и положено последователям воровской идеологии, подозреваемый нигде не работал и предпочитал лишний раз не появляться на публике. В ближайшее время Мраза Мытищинского экстрадируют на родину. 13-28. Где работаете? Я работаю сейчас. В розыске находитесь? Нет. Ранее судимы? Нет. Уголовное прозвище в преступном мире? Мне Мурат зовут никакой. Мурат, да? Все хорошо.